Всем приветик! Хочу сегодня с вами поделиться красивой весной. Кузенька, ты спишь? Кузен, Кузя, ты со мной не пойдешь, Кузь? Не, мам, не пойду. Иди одна. Ну ладно, спи. Смотрите, какая у нас красота. У нас вчера было плюс 22 градуса. Представляете? И я каждый день хожу и смотрю. И думаю, кто ж первый зацветет. Сейчас я против солнышка стану. И у нас вчера зацвел абрикос. Представляете? Вот такой он красивый. Сегодня, конечно, еще больше цветочков. Вот такой он красивый. Я, честно говоря, думала, что первая зацветет черешня. Потому что там уже прям были видны лепесточки. Нет. А абрикос очень и позднее выкидывал цветочки. И почему-то прям вот раньше всех зацвел. Ну, такая красота. Вот. Хожу каждый день. И прям любуюсь и думаю, кто же еще следующий у меня зацветет. Вот это тоже абрикос. Но он будет чуть позднее. А с того маленького дерева я в том году, оно было обсыпное. И я сниму очень много. Ну как много? Ну в моем понятии много. Ну что, банок 5 точно закрыла компота. Вот на этой сливе в этом году, похоже, тоже будет много ягод. Сливовый компот очень вкусный. У нас его все полюбили. Он в меру сладкий. Чуть-чуть с небольшой кислинкой. Кусь, ты проснулся? Ты проснулся? Еще не знаешь? Ну ладно. Может, погуляем? Ну ладно, еще не решил. Ну ладно. Ну ты думай. Ой, мам, еще не трогай меня, еще вообще спать охота. Ну ладно, ну спи. Зайчик, ну поспи еще. Тут прям весь работает. Прям вообще больше всех работает. Так, ладно. Спи. Я пойду кур выпущу. Ты со мной пойдешь? Ой. Ну ладно. Пойдем кур выпустим, Кусь. Пойдем курочку выпустим. Боже мой, разбудила. Ну ладно. Может быть, присоединиться. Ой. Черешню вам вот эту хочу показать. Она прям пучками. Она у нас тут прям пучками. Может быть, потому что мы ее... Ой, даже не знаю, почему. Вроде мы каждый год удобряем куриным. Видите, вот прям беленькие. Ну, сидит еще цветочки. Удобряем куриным навозом зимой. На снег кладем. Но мне кажется, такого изобилия цветочков я не увидела. Видите, смотрите, какая красота. Но они еще пока не распускаются. Прям пучками. Она такая вкусная. Я вам как-то даже видео снимала с ней. С этой черешней.
это груша. Тоже. А это груша. Так. А это я. Я, конечно, не очень стремлюсь в кадр. Но все-таки. Иногда где-то влезаю. Сейчас этот отрядик надо выпустить. Подождите, вот здесь не закрыла. А то сейчас как ломануться. Мой отряд. Идите. Да, идите. Что-то перелетят в разные стороны. Чиф, что у вас тут было? Военное действие? А? Такой деловой. Ну ладно. Уходи. Доброе утречко всем. Вот. Толстушечка вышла. Выходи. Да. Красотка, выходи. Ну, тоже еще не совсем проснулась, видимо. Как Кузя. О, прям такие разговоры у вас. Все такие вы деловые. Да. Чифуль, ты вчера возмущался, я слышала. Но не было каши. Правильно. Это называется «Всем доброе утро». Ибо нефиг спать. Да, Кусь? Ой, Кусь, Чиф. Ну вот, вот. Ну там же трава-то вкусней. Правильно. Ну тут же ее нет столько. Ладно. Уходим от вас. Забыла опять деревяшечку оставить. А потом я ее хожу ищу. Клинышек вот этот. Так. И вот представляете, какая красота везде. Ну да. И здесь вот черешня тоже. Тоже. Вот она прям пучками. Правда. Неизвестно, сколько еще ягодков будет. Но все-таки цвести-то красиво будет. Да. Вот такая красота. Так. Фокус навели, идем дальше. Ну да, красота. Чифуль. Воробушки у нас местные. Которые, по-моему, у нас тут все время тусуются. Ух ты, гласистый ты наш. Так, и здесь тоже. Здесь тоже, но здесь попозже будет. Она вообще-то и ягоды попозже дает, эта черешня. Вот. А самые первые ягоды, вот у кого будут, это вот такое вот растение. Называется оно жимолость каприфоль. Слышали такое? Ягодки такие продолговатые, фиолетовые. И кисленькие. Ну вот кто-то с него компот варит. Кто-то так ест. Мы сажали маленькие кустики, и у нас их 5 штук. Да, вот это 3. И вот еще 2. Вот, интересно. А вон голубика только начинает. У меня такое подозрение, что голубика дает ягоды через год. И вот что нужно, чтобы они были. Кстати, вот здесь надо вокруг насыпать опилок. Обычных, без куриного навоза. Потому что опилки дают кислоту. Или поливать нужно
с добавлением уксуса. Да, по-моему, будет в этом году ягоды. Да, это вот такие вот. Это вот такие вот уже прям правильные почечки. Ну ладно, еще пока рано. Она у меня трех видов. Ранее вот это все плантация голубики у меня, я ее называю. Ранняя у меня, средняя и поздняя. И по высоте они абсолютно разные. И маленькие есть кустики, которые не будут высокие. И средненькие есть, и есть вот такие большие. Ой, какая красота. Вот. Это рододендрон нормально перезимовал. Я его никогда не укрываю. Единственное, я его затеняю. Если вы зимнее видео видели, то фактически в феврале его нужно затенять, потому что сокодвижения нет. А вот эти шишки, из которых потом впоследствии будут цветочки, в феврале выгорают. Вот. Так, ну на грядках мы пока еще ничего не сажали. Вот опять черешня. Похоже, вот этот будет, наверное, первый цветочек. Но пока еще не распускается. Каждое утро хожу, жду. Когда же? А вот это вот, ребята, это магнолия. У нее очень красивые желтые цветочки. Я вам потом покажу, когда она расцветет. Она очень красиво цветет. Мне всегда хотелось, чтобы у меня на участке была магнолия и рододендроны. Ну вот, воплотила свою мечту в жизнь. И это у нас вишенка. Вишенка будет попозже. Так. Кусь, ну ты что, так и будешь спать, Кусь? Не? Че, ходить не будем? Ну, такой ленивец. Ну, что делать? Ой. Пионы уже прям вот-вот. Вот-вот уже все пошли. Все ожили. Пионы очень люблю. Очень люблю. Ой. Ой, неужели? Ну чего? Ты со мной будешь ходить? Я почему-то так и думал, что на лавочку полезешь. Вот еще ходить с тобой. Не царское это дело. Ой. Залез. Ну да. Ну я поняла. Ночь была тяжелая. Кто-то храпел, лежал всю ночь. Да, сынок? Да. Ну ладно, я пошла дальше. Я еще хотела виноград глянуть. Так, а вот это у нас, я забыла, как куст называется. Вот, блин, совсем из головы вылетело. Ну, короче, он тоже прижился. Короче, он тоже, вот видите, просто он чуть попозже будет вылезать. Который мы пересаживали в самую жару. Ничего, нормальненько выжил. Нормальненько. Так. Виноград хожу каждый день, смотрю. Капает. Интересно, когда же ты капать перестанешь? Капает. Ну ладно, замерзнуть ты уже не замерзнешь.
следующий раз будем умнее. Не будем так рано подстригать. Поздно себя подстригать. Ну, в общем, как-то вот, ребят, вот такая красота у нас. Вот такая прогулка утренняя получилась. Яблони тоже все ожили, но, конечно, цветения будут значительно позже. Первое цветение – это кизил, потом жимолость, потом абрикос, следующий – это черешня. За черешней начнет вишня, а уж потом только яблоки с грушами. Да, Кузьма? Ну что, ну моя зайчка моя. Зайчка моя вообще не выспанная. Да. Ну ладно, ребята. Не всегда у меня получается снимать видео. Да. Еще у меня это весенняя аллергия. Поэтому чихаю, хожу. Тоже не всегда получается. Глаза чешутся. Ну ничего. Всем мира, добра, любви, хорошего настроения. Ну что, дорогие мои, пока-пока.